Девушка! Эй! Девушка! А как вас зовут? Анжела. Не, ну я так и подумала. А по-настоящему? Мне по-настоящему зовут Анжела. Не хотите говорить, не надо. Просто у вас купальник очень красивый. Это не купальник, это мини-бикини. А чем он от купальника отличается? Тем, что он прикрывает то, что нужно. Честно говоря, он не все время прикрывает то, что надо. В смысле, то, что надо, он как раз вообще не прикрывает. Вот именно это и привлекает мужчин. Девчонки, привет. Могу я вас чем-то угостить? Да, я буду пивас. Шампанское. Я мигом. Нифига себе. Вот видишь? О! Прошу, ваше шампанское. Эй, а... Пива не было. Охренеть! Трубочку еще. Пардон. Че, убедилась? Я тебе гарантирую, что всю ночь сегодняшнюю он проведет у меня в номере. Нифига! Этот гад будет ночевать дома! Ну, это почему же? Потому что это мой муж! Сидеть! Я через неделю лечу сама в Турцию. Где ты брала эту мини-хрень? Могу вам подарить? Снимай давай. Госпожа судья, можно побыстрее? А вы не мешайте суду работать. Продолжайте, пожалуйста. Ну, госпожа судья, долго там еще? А чего вы сбиваете судью? Она сейчас вот примет неправильное решение, и все. Пускай ознакомится со всеми материалами дела. Ну, госпожа судья, все? Суд закончил считать, ой, извините. Суд закончил рассмотрение дела. И пришел к выводу, что доводы господина Крутенко выглядят более весомыми. То есть земля моя? Да. Минуточку. В таком случае я хочу приобщить к делу вот эти, так сказать, опа, документы. Угу. Я протестую. Протест отклоняется. Документы приобщены, и земля в центре достается господину Иванову. Я бы хотел приобщить к делу еще очень важное вещественное доказательство. Вот этот драгоценный металл. Ну что ж, чаша весов явно на стороне господина Крутенко. Одну минуточку. Раз пошел такой суд, я бы хотел приобщить, так сказать, к делу вот эти драгоценные камни. Угу. Итак, беспристрастная Фемида постановляет, что дело выигрывает господин Иванов. Секундочку! Приобщите, пожалуйста, к делу вот эти документы, подтверждающие собственность островом на Мальдивах. Тогда земля, конечно же, достается господину Крутенко. Я вас очень прошу, секундочку. Давайте приобщим к делу вот этот новенький Порш. Ну что ж, господин Иваненко, я вас поздравляю. Земля... Ну что ж, давайте уже приобщим к делу и этот Гелендваген, и BMW X5, легкая БУ. Ну, что вы себе позволяете, слушай? Зато хороший тюнинг. Прошу вас. Ну вот, снова Фемида на стороне господина Крутенко. Секунду. Воу-воу-воу. Золото. 999-я проба. Пожалуйста. Господа, у вас еще есть какие-нибудь материалы, чтобы приобщить их к делу? А, есть. Вот, обручалочка. Пожалуйста. Неплохо, конечно. Теперь суд готов вынести решение. Рассмотрев все материалы дела, и приобщив их к делу, постановляю передать
землю государству. Как государству? Что тут происходит вообще? Поскольку я представитель закона, значит, государство – это я. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Скажите, а здесь точно знают? Ну, конечно, знают. Это же аптека. Девушка, здравствуйте. Здрасте. Нам бы от кашля таблетки там или сироп, не знаю. А какой конкретно кашель? Конкретно такой неприятный, такой противный даже. Такой. Мужчина, ну это ж не симптомы. Сухой или влажный? А, это важно? Ну, конечно. Ага. Ну, такой. Это сухой. Ага, это сухой. Сухой. И что с ним делать? Что, увлажнять. В смысле увлажнять? Ну, какие-то отхаркивающие принимать. А, отхаркивающие. Да. Ну, давайте, чего вы ждете? Так этого мало для выбора препарата. Надо же понять, есть выделение или нет. А, нет, выделений нет, слава богу, с мочевой системой все нормально, правильно? Да вы что, при чем здесь это? Я про мокроту. А, когда есть. Когда нет. Ага, иногда бывает, иногда нет. Вот я посоветую вам вот такой препарат. Ага. А он один, есть какие-то заменители? Вашему другу именно такой и подойдет. Ага. Какому другу? Ну? Да нет, это мой лечащий врач. Лор. Ухо, горло, нос, по-вашему. Понимаете, я в институте эту тему прогулял, а нам в клинике интернет отключили за него плату. Спасибо вам большое. И вам, доктор, спасибо. А, молодой человек, спасибо, это, конечно, хорошо, но, понимаете... А, действительно. Благодарю. Удачи. Не болейте. Спасибо вам большое. Ваша доля. Ну, тогда обращай. А куда я денусь? Интернет не скоро отключит. Ну, до свидания. Ну что же это такое? Ну где это видано? Чтобы ученики взяли глобус и играли им в футбол? Ты что, не знаю, это нелюди какие-то. Знаете что, коллеги, вот если бы не вы, я не знаю вообще, что бы могло произойти дальше. Ну что вы, на нашем месте так бы поступил каждый. Нет, 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 вы что, вы герои. Вы же должны понимать, что глобус для учителя географии – это же его частичка тела. Я это так не оставлю. Правильно, к директору надо идти. Надо. Сегодня глобус разбили, а завтра, кто знает, самолетики из контурных карт будут делать? Ну. Точно. Да. А, только это, вы ж глобус оставьте. Вдруг они опять нападут, отберут, ага. Точно, надо перестраховаться. Да. Ой, вы же не люди, я не знаю. Чё там? А, сволочь. Блин, ну вот поколение, ничего святого, разбили. Что теперь делать, дядь Мить? Что делать? Ты в какой стране мира хотел побывать? В Мексике хотел. Там, говорят, текила вкусная. В Мексике, понял. Секундочку. На, отведай текилушки. Не до дна, не до дна. Ага, прям текила. А я саке японского наверну. Ну, но пасаран, или как там, курасава, акисава. Аригато. Я хочу Молдавию, там вино вкусное. Сейчас я... Молдавия маленькая, сверло не лянь. Так, автопилот включен.
Вот теперь можно и расслабиться. Эх, жалко, он взлетать и садиться сам не умеет. Хлопцы, извиняюсь, а это самое, деньги за проезд кому? Тоби? В смысле, кому? А, чего с при выходе уже оплата? При входе в аэропорт. А, понял. А вы... Ну, мы ж с вами, это сказать, коллеги. Киев, Кривой Рог летаю. Честно говоря, я пилотов этого направления себе именно такими представлял. А, хлопцы, это, а когда кофе остановимся пить? В смысле остановимся? Як, мы всегда, часок прошел, все, стоим кофе. Не? Зачем? У нас кофеварка есть. Вы присаживайтесь, вам стюардесса принесет. И кофеварка, и стюардесса у вас? Подождите, у вас что, нет стюардессы? Конечно нет. У нас место занимает. А так, что людину взял, бац, 150 гривень. Сколько? 150 гривень. У вас такие дешевые билеты? Такие, не то, что на бензин, на конфеты не хватает. А это, а по-маленькому когда остановимся? Вы что, и по-маленькому останавливаетесь? А как же, обязательно. Мальчики направо, девочки налево. Ну, что людям терпить, че шо? Ну, у нас туалет на борту. Прямо? У вас нету туалетов? Бляха, не, ну я пробовал якось туалет впхати в мій спринтер, но він не вліз. А, вы водитель маршрутки? Какие же мы с вами коллеги? Мы пилоты, а вы какой-то шофер. Знаете что, хлопцы, я по своей трассе так летаю, что ще непонятно, кто из нас пилот. Ой, что случилось? Это что такое? Датчик не регистрирует воздушную яму. Почему трусит? Да спокойно, это же мы над Николаевской трассой летим. Там такие ямы, похлеще ваших воздушных. О, и правда. Николаевскую трассу проехали и перестала тусить. Да. Так что мы с вами, хлопцы, по одних ямах летаем, можно сказать. Ага, это точно. Ладно, пойду я кофе пить с вашей этой стюардессой. А вы, хлопцы, вырубите шансончик. А? Ну, летим, как не люди. Почему бы нет? Раз, у меня где-то кассетка есть. А ты уверен, что нам сюда? Эдик, очень советую. Эдик. Здравствуйте. 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 Какой девушка. Отдых вас интересует? Что вы можете предложить? Подороже, подешевле. Нас не интересует цена. Ага. Главное, чтобы недорого было. Да. Да. Ну, море, солнце, знаете, пляж, песок такой. Давайте Египет. Прекрасный выбор, прекрасный. Да, может быть. Да, только у нас, знаете, будет немного нестандартный отдых. В смысле нестандартный? Как вам объяснить, мой хорошенький? Скажите, если мы случайно написаем в бассейн, ничего страшного? Ах, если вы случайно написаете в бассейн, ничего страшного, я думаю, никто не заметит. Это как раз стандартный отдых. Ну, хорошо, хорошо. Но если мы вдруг накакаем на газон? Ну, так получится. Накакайте на газон. Я думаю, ничего страшного. Заплатите штраф. Да хорошо, штраф нас не пугает. Прекрасно, прекрасно. То есть ничего страшного, если мы случайно укусим какую-нибудь туристку за попку? Я думаю, вы сможете решить этот вопрос. А если написем на человека? Ну, случайно. Ну, заплатьте этому человеку. С полицией лучше не связываться. Да, да, эти полицейские такие. Ну, хорошо, в принципе можно оформлять. А, единственный, последний вопрос. Если вдруг так получится, что мы можем иногда выйти на Луну, знаете, так вот. Ну, ничего страшного. Я думаю, никто не обидится, если немножечко поводите на Луну. Ну, хорошо. Оформляйте. Эдик был прав. Да, еще один момент. Найдите, пожалуйста, хороший отель для собачки. Отель для собаки? Подождите, вы же... Ну, что здесь такого? Да. Мы оставляем Люксика в Киеве, а сами летим на отдых. Да, и будем куражиться в хлам. Ну, в общем, делать все, что вы нам разрешили.
Здравствуйте. Приезжайте срочно, у меня ДТП. Вот если вы не приедете, то точно будет ДТП. Да, Бажина 17. Приезжайте срочно. Получишь у меня. Я здесь, я здесь. Да. Спасибо большое, что приехали. Помогите мне, пожалуйста, припарковаться. И, в общем, давай нормально уже. Паркуйся криво. Здрасте. Добрый день, девушка. Вы нас вызывали. Да, понимаете, дело в том, что я не могу машинку припарковать нормально, потому что вот эти вот понаставляли свои машины неправильно. Вы же мне поможете, да? Ну да. Секунду. Чё я здесь? Парковочка. Ох, эти блондинки. Ой, спасибо вам большое за помощь. Пожалуйста, помогать людям наша работа. Только вы знаете, вы машинку немного неровно поставили. Неровно? Ага. Ну, я сейчас поровняю. Спасибо. Пожалуйста. Теперь нормально. Прыгаем, прыгаем, я сказал. А ты ори давай. Что орать? Буквы гласные, ори. Что ты перепрыгиваешь? Сначала А, потом Е, Ё, И. Прыгаем! Может, хватит уже? Нет, эта фраза была намного позже. Часа через два. А ты давай кричи. Вот так, супер. 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 Супер, детка. Супер, детка. Вот так вот. Супер, детка. Супер, детка. Класс. Мужчина, мы уже так два часа прыгаем. Может, объясните, что происходит? Что происходит? А вы что, еще не поняли? Конечно, вы же до 4 утра здесь прыгали. Учили гласные, наверное, да? Что, не помнишь? Нет. Подождите. Я вчера в командировке был. И она... Тут я твои гласные не узнал сразу. Ладно, можешь не прыгать. Давай. Разгоняйся и башкой в стенку лупить. Давай, давай, давай. Это я тебя отомщу за то, что ты мне в субботу в 9 утра перфоратором начал фигачить. Такого у меня нет перфоратора. Мужик, ты хоть что-то в этом доме делаешь? Да, я прыгаю. Вот и прыгай. Ага. Прыгай. Все, хватит. Теперь пошли на кухню, будем стол передвигать. Туда, сюда. И она? Саш, ты что, не видишь, что он неадекватный? Я тебе потом все объясню. Ну как быстро, на кухню, я сказал! Да. Детка, ты супер! Блин, а то, что она перфоратором фигачит. Блин, это какая квартира? На троих! Все! Плохо! Плохо, Олежка! 31 секунда! И тут 31 секунда. Да, по-видимому, это твое любимое время. Пойми, здесь, в отличие от постельки, нужно действовать быстрее.
Мой муж, когда вернется, зайдет сюда за 10 секунд и выкинет тебя с балкона. Может, он не вернется вообще, а? Вернется. Он всегда заходит неожиданно и выбрасывает кого-то с балкона. Так что давай еще раз порепетируем. Давай, сейчас, секунду. И на старт. Внимание! Муж вернулся! Муж вернулся. Давай. Быстрее. Еще. Ну, поворачивай. Плохо. Плохо. Еще раз. Еще раз. Хорошо. Что, что муж такой? Это все хорошо. На старт. Будет. Внимание. Муж вернулся. Быстрей. Еще быстрее нужно! Еще быстрее! Сейчас я тогда разденусь так, чтобы... Ну, хорошо, сложно. Еще быстрее. Это какой-то кошмар. Какой ты медленный. Сейчас вот буду... На старт! Внимание! Муж вернулся! Не то. Еще. Да! Ровно 10 секунд. Ну что ж, а теперь, Олежка, можешь на меня нападать. Олежка, давай сегодня без меня. Эй! Олег! Бекущий, я вернулся. Давай, быстрее вставай! Сваливай, ну! Все. Викуля, а что, котлеты закончились? Так и... Это еще кто такой? Это, дорогой, Олег. И чем вы тут занимались с дорогим Олегом? Ничем. Мы только репетировали ваше... Возвращение. И как успехи? Очень хорошо. Я молодец, я уложился за 10 секунд. Мне теперь ничего не грозит. Я легко успею спрятаться в шкафу. Ну? И чё, не спрятался? Устал. Икроножную даже потянул. Если вам не тяжело, вызовите мне скорую. Я поеду. Скоро-то я вызову, конечно. Опа. Но только чуть позже. Нужно еще кое-что порепетировать. Еще репетировать? Угу. Вы бы не могли пройти к балкону? Или вам помочь? Пройти к балкону? Все. Знаете, если вам не тяжело, помогите мне, пожалуйста. Ну, если вы так просите. Будьте добры. Может, не надо, не надо, может, не надо. Спасибо. Ну, что сидишь? Вызывай две скорые. А зачем две? Сейчас узнаешь. Не надо. Нет, борщ будешь? Где же эта пицца? Я бы сейчас за еду убила бы кого-нибудь. Что за шуточки, Марина? Мы же полицейские. А я не шучу. Я бы сейчас за пиццу убила бы даже полицейского. Марина. Добрый день, доставка пиццы. О, пицца! Класс! Молодой человек, а вы остановились в неположенном месте. Ну и что, я сейчас пиццу отдам и уезжаю. Человек сейчас отдаст пиццу и уезжает. Нет. Человек сейчас отъедет, мы оформим штраф,
После этого молодой человек отдаст пиццу и уедет. Подождите, но я так каждый день привожу пиццу ей. Он-то каждый день привозит пиццу. А, каждый день. У нас, то есть, не один штраф, а несколько, да? Сейчас мы... Не мешай людям делать свое дело. А ты что стоишь? Давай ей записывай. Это испортилось. Блин. Испортил мою пиццу, я тебя сейчас записываю в душу. А ну, подгасни. Все, оглуши. Вот, слышали, слышали этот звук, вот этот? Вот это. Ничего вот. Не слышал. Ну как же, я вот 2 дня назад к вам приезжал на ТО, и после этого сразу этот звук появился, вот это. Да я понял уже, кто ТО делал вам? А вот этот длинный ваш такой. А, Рома. Рома. Рома, иди сюда. Рома! Рома! Ром! Блин, куда-то пропал. Слушайте, ну вы же специалист. Ну? Ну, гляньте, послушайте, где этот звук. Вот это вот. Понял, понял. А когда стоите или когда едете? Вот вы знаете, бывает такое, что вот просто стою я, значит, с выключенным даже мотором, и все равно вот это. Ну так тихо. Вот так вот. А бывает вот это. Вот сейчас слышите? Вот. Тихо! Вот. А ну откройте багажник. А вот кнопочка, вот, и все. Рома! Ты как тут? Ты чё ж ты не кричал-то? Я охрип уже на второй день. А я на магнитолу, знаете, грешить начал. Думаю, что это магнитола? Ты-ты-ты-ты-ты, а это вот ты-ты. Давайте рассчитаемся. Причина стука устранена. С вас 500. 1000! 1000? За что? За ты-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